Друзья, через несколько минут начнется самое грандиозное вокальное событие нашего города. Чемпионат Харькова по живому караоке в Бирхолле «Пробка». Скажи, пожалуйста, ты видела уже наших участников? Конечно, видела. Они все переживают, волнуются. Дотянут ли они ту самую ноту? И кто же поедет из них в Чехию, сегодня узнаем вместе с вами. Бирхолл «Пробка». Финал года. Чемпионат Харькова по живому караоке. И сегодня у нас финал года, друзья. Мы начинаем. Здесь собрались лучшие из лучших. Встречаем финалистов года в чемпионате Харькова по живому караоке. Сегодня, дамы и господа, главный подарок, победитель его получает, путевка в Чехию на двоих. И начну с дебютанта нашей судейской коллегии, представитель нашего партнера турагентства комфортного сервиса, единственная леди в нашем жюри Анастасия Быкова, продюсер, шоумен. Этот человек является директором нескольких музыкальных коллективов, солист, гитарист группы «Манера» Алексей Корольский. Мистер Объективность, человек-стиль, модельер, руководитель одноименного дома моды Константин Пономарев. Арт-директор ресторана «Пробка» и идейный вдохновитель, лидер группы DreamWest Олег Олешко. Совладелец ювелирного дома «Карат» Дмитрий Письменный. Гурт «Браты Адюкины». И сегодня у нас в составе жюри Макс Клин, Максим Клин, директор группы «Браты Гадюкины», ну и клавишник, вокалист, ну и мультиинструменталист Павел Крахмалев, председатель жюри. Начиная этот проект, мы делали вокальный конкурс. А в итоге это получился конкурс «Друзей пробки». Какое-то невероятное здесь собралось сообщество близких людей, друг за друга переживают, волнуются, кайфуют на сцене. Если раньше, выходя со сцены, они говорили, ну это кайф, это круто, то сейчас они говорят, спасибо, что вы нас тут всех собрали. Это действительно неповторимая атмосфера. Для вас сегодня играет, аккомпанирует и просто помогает выиграть каждому из вас группа DreamWest. Для вас поет Елена Олейник. Первый тур мы начинаем. Поехали! Ты стоишь возле звезды, возле меня. Я шучу. Как тебе было начинать этот праздничный концерт? Очень тяжело, я не ожидала, что я буду первая. Так вот, еще не успела настроиться вот на эту волну. Какой-то заглушенный звук даже внутри себя был. Не настроилась вообще. Вручаем этот золотой микрофон. Юлия Федченко. Я, в принципі, себе відчуваю взагалі у Харкові, як на святі. Я сьогодні в першому слові сказав, що це свято. Я на сьомому небі від щастя, що людям, по-перше, не все одно, по-друге, вони влаштовують і для мене свято. На сцену приглашаємо Анну Алібір. Анечка, да, без предисловий починаємо віджигати, да? Я сейчас, вот несмотря на то, что эти двое тут сейчас тут, ха-ха-ха, да, вот это было, я первый раз получил удовольствие. Спасибо. Повністю підтримую колегу.
то свято якесь. Ну, дякую, дякую. О боги, это что, кейша, друзья мои, кейша, ты специально сделала себе кейшу? Я старалась полностью вжиться в свой образ, в свою песню, доставить массу удовольствия зрителям и себе, и это, по-моему, получилось. Я кайфанула вообще 155%. В этой песне заложен кусочек моей души. Открываем душу наружу. Анна Карамышева, Борисенко. Солнце мое, взгляни на меня. Твоя ладонь превратилась в кулак. Если есть спор, дай мне. Вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Олег, Олежка. Эта песня каждый раз трансформируется, но не становится старее и хуже. Ты умничка, ты справилась. Согрела мое сердце, мою душу. Спасибо тебе большое. Я проследил очень приятную, на мой взгляд, тенденцию. Ты, как профессиональнейший человек, указываешь исполнителям на их, будем называть, ошибки не вокального направления, а именно по имиджу, по стилю. По-моему, это круто. Может быть, круто, хотя я не совсем сейчас, ну, как бы доволен тем, что вот прилюдно, как бы мы об этом поговорили. Ничего, все абсолютно прозрачно и честно. Ты понимаешь, она очень мощная вокалистка. И хочется, чтобы она была и красавицей. Татьяна Ковалева, я желаю тебе удачи. Танечка, группа DreamWest сделает все, что бы ты выиграла в чемпионате мира по живому караоке. Спасибо, поддержим Таню, поехали! Так шизоидно, красиво волновались. Это такой кайф. Действительно, сложилось ощущение у нас всех, что вы можете чуть-чуть отпустить эту ситуацию, расслабиться и добавить. Удачи вам дальше. Чего вы ждете от этого конкурса? А я все, что ждала, то я и получила. Массу эмоций, руки трусятся до сих пор. Татьяна Алиева, давайте аплодисменты. Танечка, я, давай, чтобы не сбивать настрой, желаю удачи тебе. Победи, порви всех. Утром слышу мама-мама, послушай, и пол шестого мама-мама, я кушал, и даже среди ночи, что сыночек, я схожу с ума. Спасибо. Таня, да. Вихователька в дитячому садочку, да? Ну, не совсем, но близко к этому. В мене просто донька молодша, якраз в садочок ходить. Ви не могли би приїхати до Києва? Могла би. Дякую, дякую. Енергія і пісня. Дякую. Все-таки живое караоке – это, наверное, все-таки такая разновидность народного творчества. Как вы объясняете, профессиональные люди, что караоке имеет место в жизни обычных людей, но которые превращают это в настоящее шоу? По-перше, я хочу подякувати пробці. І сьогодні дуже важко вибирати, тому що треба вибирати кращих із кращих. Але про караоке можу сказати тільки те, що у кожної людини, у кожної свідомої людини є тяга до прекрасного, до мистецтва. Кожен хоче себе якось реалізувати. Я думаю, що це дуже гарна ідея, і ми будемо підтримувати її за свою Богу, як тільки зможемо. Наконец-то ми побачимо мужчину на цій сцені. Юрій Джові! Принесіть, будь ласка, Константину Пономарьову двойку і единицю. Він думає, що буде використовувати їх сьогодні. Константин, спеціально для вас. Якщо хочете 6, я преподам вам некий легкий урок математики, і можна путем сложення двох цифр получить цифру 6. Пробка, ми живі! Ой, на горі два топки. Ой, на горі два топки. Ой, на горі два топки, два топки схилилися до копки. Ой, на горі два топки, два топки схилилися до копки.
боюсь этого слова. Вы не харьковский, вы украинский Бон Джови. Пели очень крутую украинскую песню, но в роковой обработке. Панковской обработке. Это панк. Это был украинский панк. Когда он должен начаться? Ну, панк — это все веселое, все вот такое вот развязное. Рок — это слишком уже так консервативно в последнее время. А панк, я подумал, что это будет очень весело, потому что здесь почему-то все стали напряжены, как-то все думают о каких-то там сумасшедших выигрышах. Я лишь пришел оттянуться, повеселиться, попить пивка и посмотреть на друзей. Ты настроена? Нервничаешь? Нет, все нормально? Ну, нервничаю, конечно, потому что Константину 1 и 2 принесли, поэтому... Я заберу, я могу. Анастасия, Свобода и группа Dream West! Поехали! All day and night in the streets of the world. Don't be nothing if I ain't your girl. A little party never killed nobody. So ring all bells until you cry, 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 cry. A little party never killed nobody. Right here, right now, so we got. Масса позитива, масса удовольствия. Можно прийти, заплатить деньги за концерт и не получить вот это шоу, столько драйва. Человек, который умеет создавать улыбки на лицах всех, с виду серьезный парень, депутат Чугуевского района, Купинского, прости, депутат Алексей, это самый честный депутат, который не берет взятки, видите, как я, худенький депутат. Купинский рок жив? Да, наверное. Я просто всего лишь мэр. Я не знаю, как там вообще дела в городе. Просто, допустим, я не знала о таком жанре музыки, но Константин Пономарев, вот откуда-то он в курсе. Скажи, где можно почитать об этом? На блоге Константина Пономарева. Он регулярно пишет о купинском роке. Сколько бы там ты себе сам поставил? Какую бы оценку? Фиг его знает. Ниже нуля или выше пяти? Чуть выше нуля. Не удивляйтесь, что у нее платье темного цвета. Скажите спасибо, что помада красная сегодня. Да, хотела черную, извините. Я понял. Я так сдерживала себя уже. Не сдерживай себя. Юлия Кундель. I keep on falling. Кардинально. Когда мы с тобой общались в первый раз, ты, конечно, была такая РНБ-баба, воу. А сейчас ты леди, которая поешь о любви. Это же о любви была песня? Эта песня была о такой любви, в которую просто падают и разбиваются насмерть. Посмотрите, как ее поддерживали ребята. Кундель в Чехию. Куня, жги, понимаете? У меня один вопрос, что такое куня? Куня – это одно из сокращений моей великолепной фамилии. Я сегодня исполню более что-нибудь лирическое. Ну, для меня это лирическое. На сцене Юлия Григорьева. You gotta start the rock! Очень благодарен Харькову и очень благодарен этому проекту за то, что люди действительно, многие не знают, где спеть,
со сцены, как спеть с группой. Иногда нахально лезут на сцену, мешая музыкантам. Здесь это можно сделать, и мы видим то, что сейчас происходит. Они кайфуют, и это для них. Понимаешь, это настолько приятно, когда тебе не запрещают, а наоборот говорят, иди и пой. В финале года Виталий Севастьянов. Да не надо мне одолжение стервы, напишу на спине кровью, когда сдают нервы. Друзья, сейчас завершающее выступление. Камила Базадзе! Есть песни, которые можно петь только лишь тогда, когда ты, ну, афроамериканка или хотя бы афро. Или хотя бы американка. Наш проект волшебный, мы... Наш проект волшебный, да. Делаем всегда белыми людей. Да, да, вы делаете. Я думаю, проблема в песне. Я благодарна прежде всего нашим гостям, тем сотням участников, которые принимали в нем участие в течение года. Это были сотни людей. В финал года вышли только 15 прекрасных, харизматичных вокалистов. Я их помню на отборочных турах, я смотрю на них сегодня, это скачок вот такой невероятный. Я очень благодарна и всей пробке за поддержку, и, конечно, группе DreamVest. Безусловно, проект будет продолжаться столько, сколько будет жить пробка. Он выйдет еще на более мощный уровень. Два слова. Я счастлива. Поздравляем тебя с победой! У нас есть чемпион! Виталий Севастьянов! Первый победитель нашего проекта! Он получает, конечно же, путевку в Чехию на двоих! От турагентства комфортного сервиса! Кубок! Ну и дополнительные подарки, которые понадобятся перед отъездом в Чехию! Вас поздравляю! Рассказывайте, что первое сделаете, когда завтра проснетесь! Попытаюсь вспомнить сегодняшний день и поверить в то, что я действительно выиграл сегодня. Я не верю сейчас. Я бы не смог это сделать без моей любимой девушки, моей невесты Юлии. Это она заставила меня сюда прийти. И каждое воскресенье она меня мотивировала. Только потому, что она у меня есть. Я здесь, и я держу этот кубок. И я получил первое место. Спасибо ей огромное. Все классно, друзья. Это первый чемпион Харькова по живому караоке. Поздравляем! Ура!